Здравствуйте. Значит, столкнулся с такой проблемой, как верное отключение света. Значит, и вечером тоже иногда света нету, темнеет, конечно, но уже и в 8 темно, значит, в 7 темно. Значит, пользоваться светом, конечно, ну, проблематично. То есть фонарики не у каждого есть. Значит, но у каждого есть стабилизатор. Ну, ИБП, источник бесперебойного питания от компьютера, значит. Я решил собрать лампочку свою, не 220, которая ест очень много электроэнергии, а автомобильную лампу светодиодную взял. Взял такой вот блок питания, значит, блок питания советский нашел. Это еще у меня от приставки такой был. У меня на приставке был блок питания, там черный такой маленький был. Значит, он, как это правильно сказать, ну, не сгорел. Ну, в общем, проблемы с ним были. Значит, с этим проблем нет. У него два режима. Значит, вот этот тумблер, он переключается, сейчас он стоит на 9 вольт, можно поставить на 12 вольт. Это предохранитель здесь стоит. Здесь крышечка выкручивается, и можно вытянуть предохранитель. Показаний у меня тут не осталось. Тут уже так окислилась алюминий. Значит, но факт тот, что вот эта вот лампочка, значит, это простая банка с-под кофе, которая у всех есть. Вам понадобится лампочка автомобильная, светодиодная, самая обычная. И кусочек фольги, самой обычной фольги для светоотражателя, как бы, ну, можно не ставить, можно поставить, это уже сугубо личное каждого дело. Значит, она разбирается. Это обычная банка с закруткой. Здесь у меня установлено, просто подобрал такой пластик, чтобы вставился в крышечку. Просто я его обрезал, закрепил я контакты вот такие вот на винте, как и вот вы можете видеть. Я пометил каждый этот минус и плюс. Значит, и последовательность на вот этом вот, который идет питание, вот я соединил обычно вот так вот разъемами. Он, ну, это размыкается здесь. Здесь можно разомкнуть, то есть отсоединить его. Значит, хорошая чем вещь такая. Я буду делать здесь еще приклеивать магнит. Это с-под кофе Чиба, по-моему. Да, Чиба. Значит, сюда я хочу подклеить круглый магнит с динамика, с какого-нибудь, чтобы можно было в гараже пользоваться светом. То есть он, чтобы вот так вот магнитился фонарь мой. Это будет гораздо удобнее и проще. Значит, ну, а так можно и на улице пользоваться. Вот он закручивается. Если тут еще просиликонить, то как бы и вода не попадет. Хорошо просиликонить можно от влаги. И все, можно в дождь пользоваться спокойно. Любые работы даже во дворе проводить, если у кого-то, ну, мало ли, водопровод прорвало в частном доме, на улице, там, можно вот вечером подсветить, где-то что-то открутить, закрутить. В гараже очень удобно, вот, вы не 220 лампочку, не 60-ку, не 70-ку, не сотку, а именно такую вот, и светит как сотка примерно лампочка, освещение дает. Ну, сейчас я ее подключу, посмотрите. У меня, правда, сейчас дома света нету. Я использую источник бесперебойного питания ИБП, АПЦ-шка. 700-ка моя. Вот. Ну, вот оно горит. Вот так вот вечером я пользуюсь светом. Пожалуйста. Вот сам блок питания, который делает с 220. Ну, в принципе, там 200 у него. По показателям источника бесперебойного питания он дает. Вот этот с 200 вольт, он потому как вот в режиме 9 вольт, вот можно пользоваться, светить, освещает в принципе неплохо. Можно поставить вот такой вот светоотражатель, только не с этой стороны стекла, а внутри баночки, вот я думаю, установить фольгу. Ну и в принципе даже можно не ставить, если хотите, в разные стороны. И магнит тут подклею. Буду пользоваться магнитной такой вот лампой. То есть к рельсе можно, к любому металлу, к воротам прилепить.
примагнитить и пользоваться светом. В погребе очень удобно. Вот я хочу сделать еще, ну, не с таких же банок, а чуть поменьше баночки, пошире сделать. Может сделать со своим светоотражателем и со своей линзой. Линзу сюда еще приделать. Значит, чтобы более, ну, объемный свет расходился. Это все будет в дальнейшем. Ну, сейчас вот ИБП у меня сигнализирует, что света нету. Как бы завершайте работу. Ну, так вот я вечером, когда нужен мне свет и нету в доме света. Кстати, привет, наверное, министру энергетики. Все-таки я уже когда-то делал такое видео первое, значит, выкладывал по поводу отключения веерных света. И вот у меня энергетики долбанные, РЭСовцы, которые там пьют, бухают, ничего не делают. Ну, вот просьба министра энергетики, наверное, откликнуться, провести, наверное, свое какое-то расследование, повыгонять, не знаю. Ну, вот таким вот методом я выживаю. Конечно, кстати, по счетчику оно, если даже и от розетки он будет работать, даже ночью, там, днем, у вас не нагорит столько, как обычная 100-ваттка или 60-ваттка. Так что делайте выводы. Как бы обычный блок питания, ну, советский, он не греется, вот у него отверстие есть для охлаждения. То есть он сам таки коробок не маленький. То есть, я так понимаю, тут две обмотки на трансформатор или два разных трансформатора. Наверное, все-таки один трансформатор, но две обмотки на 9 вольт. Вот у меня в данный момент 9 вольт стоит. Ну, сейчас попробуем 12. Что сделает? Ну, как бы, вот 12 вольт я переключил. Как бы. Есть такое чуть-чуть. Вот мне на глаза видно. Вот 12, вот 9. 12, 9. Ну, немножко тусклее. Вот, на камеру это нет, но на глаз это заметно. Значит, и что хочется сказать. Собрал я ее из-за своих нужд, так как надо освещать, а света как бы нету. Ну, фонарики у меня есть, но там батарейки. Батарейки, конечно, надо бегать покупать. Ну, вот именно я взял аккумулятор именно в ИБП, в источнике беспроводного питания, АПЦ-шка. Значит, и чтобы можно было пользоваться спокойно. Вот я пользуюсь вечером. Вот так вот. Кому понравилось, делайте. Может, кто-то предложит другой метод. Ну, вот этот метод самый такой оптимальный мне показался. Как бы лампочки доступны в любом автомагазине, можно такую лампочку купить. Это самый простой и дешевый, по-моему, метод. Она стоит недорого. Баночки из-под кофе все пьют. То есть, ну, желаю удачи. Собирайте свое. Делитесь. Вот у меня пока была такая вот ситуация. Я собрал. Пользуюсь. Очень удобно это. Ну, сделаю магнит, буду пользоваться. И еще хочу, может, сделать 2-3 таких вот. У меня там есть блоки питания, только чуть поменьше. Есть. Значит, ну, у них там идет вольтаж от 6 вольт, там разные есть, от 6, тоже советский, можно сделать 6 вольт, по-моему, 9 вольт, и, по-моему, 12 и 14 вольт. Там есть несколько показателей, ну, там и амперы, конечно, хорошие в нем. Ну, все, удачи вам, делайте свое видео, пишите, если какие-то вопросы возникают, подскажу. Будет очень много интересного, я думаю, познавательного. А если у кого какие-то есть советы, улучшения, или кто хочет посмотреть, что еще можно сделать, без проблем пишите, давайте общаться. Ну все, спасибо. А энергетики действительно РЭСовцы козлы. Все, спасибо.